изменилась процедура сдачи самого теоретического экзамена и, соответственно, двух практических экзаменов, то есть по первоначальным навыкам управления на закрытой площадке и по практическому экзамену в условиях уже дорожного движения. Нам очень важно было к этому регламенту подготовить наших сотрудников. В мае месяце все наши сотрудники сдали экзамены по теоретической части, то есть все показали удовлетворительные здесь знания. И, соответственно, вот сейчас два этапа, соответственно, они сдают уже практический экзамен. Сейчас гораздо лучше, люди подготовленные приходят на экзамен. Раньше было намного все хуже, площадку очень плохо сдавали. Сейчас все гораздо, скажем так, и профессиональная подготовка улучшилась. Теорию практически сдают на 90%. Первый этап практического вождения площадку сдают практически 60%. Раньше, конечно, показатели были гораздо ниже. Раньше мы сдавали горка, змейка, параллельная парковка. Также был разворот и заезд в бокс. Сейчас добавилось, видоизменилась змейка. Если раньше мы объезжали фишечки, то сейчас мы едем по прямой линии, соответственно, в указанном направлении. Добавился разворот на 90 градусов. Я думаю, если люди будут подготовлены и хорошо подходить, то есть обучаться в автошколах, относиться, то есть, должным образом к своему обучению, я думаю, проблем никаких не будет возникать с любой категорией транспортных средств, на которые они будут обучаться.